Всем здравствуйте. Всем здравствуйте, с вами Снежана. Сегодня посмотрим, он вас заблокировал, как у него дела. Как у него дела? Что за мужчина у нас? Вечно-то он в непонятках, да? Вечно-то он на развилке стоит. В какой дом идти? Такое ощущение, что человек потерялся. Вот посмотрите, развилка, дом, собака, да? Как потерялся. Куча кругом всех, кому хочется бежать. И в каждый дом забегает. Не хочется говорить грубо, а хотелось бы, да? Итак, знаете, как кобель в каждый дом, да? К сучке забегает. Простите меня, конечно. Итак, заблокировал, да? Как дела у мужчины? Что там происходит? Что творится? Ну, бывшего получается, да? Давайте посмотрим, что там у него. Разочарование у него там, дамы. Разочарование. Что в его жизни? Это конфликты. Конфликты постоянные. Разочаровался мужчина от жизни вообще. Что-то не так. Что-то не так происходит, да? Что-то в жизни не клеится, не растет кокос. Конфликтует со всеми. Может быть, человек от того, что по жизни все идет не так, как ему бы хотелось, да? Свою вот эту вот ярость, свое вот это вот негодование выливает на других людей. В ограничениях. Где, девчонки, может быть, как на самом деле ограничение свободы, да? Тюрьма, так сказать. Так и просто мужчина, да, как будто бы в клетке. Что еще там у него? Постоянно человек с кем-то соревнуется. На всех обижается. Господи, девочки, ну одни карты не вот такие вот. Девочки здесь плачут. Здесь человек может на самом деле страдать от того, что по жизни все идет не так. Постоянно, да, что-то его ограничивает, не дает ему воли, не дает ему какой-то свободы для действий. От того, что постоянно конфликтует, пытается людям доказать свою точку зрения, да, могут быть обиды на других людей, которые ему доказывают, что абсолютно что-то неверно. Может быть, ты сам, да, сам мужчина постоянно в каком-то перетягивание каната, да, я лучше, то есть с кем-то человек постоянно ведет некие, да, состязания. От этого не ладится все в жизни, но от этого сам и страдает. Много тайн у него, утаивает, да, вообще, девочки, такое ощущение, что здесь человек как охотник за сокровищами. Что взял, сразу же, да, к себе, ничего никому не дает. Очень много тайн, очень много масок. С каждыми вообще по-разному общается, да. Такой разный бывает, может быть, вы даже замечали. Но могу сказать, что у мужчины, между прочим, развита интуиция. Карта интуиции здесь выпала. Может, на самом деле мужчина знает такой некий тонкий подход для каждого человека, какое-то некое воздействие. Но вы знаете, за все приходится платить. По крайней мере, ему. Что еще? Какой-то этап жизни у человека завершается, этап легкости. Да, некую ношу пытается мужчина сбросить с себя. Может быть, да, поведение у человека такое безответственное. Но вы знаете, девчонки, может быть, это его крест. То есть мужчина страдает от того, что он вот такой вот, как беспризорник, да, туда-сюда шлындает, а толку никакого. Ему надо везде, на одном месте сидеть не может. Он пытается, может быть, сбросить это, но у него не получается. Ношу вот эту вот тяжелую. Человек становится зрелый. Очень много мыслей в голове. Но опять же мысли, девочки. Вот вроде бы человек думает о жизни, потому что жизнь-то как-то встречать надо будет, да? А он, по ходу дела, одинок. Даже если он с ним кто-то есть, девочки, он все равно чувствует некое одиночество. Но все, к чему приходят его мысли, это опять к некой хитрости. То есть мужчина опять пытается хитрить, а может быть перехитрить даже самого себя. Вот он вроде бы скидывает эту ношу. Да все, я не буду больше поверхностным. Я не буду больше легко относиться к жизни, к женщинам и так далее.
Но он приходит опять к этому же, бег по замкнутому кругу. От этого некие страдания у мужчины, да. Ну и последнее, да, девочки, здесь игрок. Он все думает, что ему по жизни повезет, ищет чего-то, нащупать не может, да, некие преграды. А может быть, даже пытается переиграть кого-то, а переигрывает-то себя. И остается на ноле, девочки, понимаете? Но надежда умирает последней. Здесь человек, который надеется, что будет лучше, что когда-то будет у него синица в руке, да? Либо лучше, нет, не синица в руке, журавли в небе, да? Когда-то будет журавли в небе. Вот он мечтает о чем-то таком вот прямо, да? Он вообще считает, что он какой-то не такой, что он наделен чем-то другим. Поэтому по жизни ему не везет. Потому что его не понимают, потому что он особенный. И стремится к этой жизни какой-то лучшей, да, вот эта вот надежда, эти звезды постоянно куда-то глядит. Вот такой вот у вас мужчина бывший.